Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Всем доброго утра. Ну и как вы заметили, вы не поверите, да, это он, это Брателло. Брателло вернулся. Только в другой кепке. Только в другой кепке, кстати. Да, вон там осталось. Брателло, сейчас тебе сразу же все спросят, где твоя немецкая кепка? Объяснитесь, пожалуйста, перед зрителями. В сейфе? Вы же делали попытку утащить, я это в сейфе держу. В сейфе спрятал. Брателло, скажи, пожалуйста, что мы сейчас с тобой будем исполнять? Я тут вижу уже лед, шуга, вся фигня. Ну, как обычно, что? Судьбу будем это испытывать. Брателло, скажи, у нас вообще шанс хоть есть хоть что-то поймать в этой жизни? Конечно. Конечно. Он отошел, блядь. Вот чуть-чуть проехал 18 километров, можешь ковид сразу можешь поймать, блядь. Никаких проблем. Нет, там можно тигра поймать. Да, там если не туда залезешь, там тоже можно что-нибудь поймать. Нормально. Я думаю, уважаемые зрители, сейчас будет все интересно, да? Нет, тут рыбалка будет бомба. Я же рыбачил в это время. Это просто бомба. Безумству храбрых поем мы песню. Слышь, там идет с Хабаровска, блядь. Хабаровский конец света. Он как раз и приближается. Но нас это не испугать. Что нас не испугать? Нас ничем не испугать. Ну, уже прям немного осталось, да? Да, все. Пойдем, можно забыть, надо еще сейчас попробовать, что-то подержать, попробовать поймать. А так все, уже зимнее, а такое. Хера там несет. Потеплело, да, чуть-чуть. Это понесло. Ну, что, забивает, из-за того, что здесь. Отпускайся.
сиреньки, да? Да, да, да. Да, и у меня тут уже, ну не только большие клюют вообще. Линок, линок. Линок, да? Да, я говорю, тут у меня тоже линок крупный взял. У меня, наверное, тоже что-то живо такое немалое, что разбежало. Иди, видишь, хариуса нету. Я говорю, я тоже мучу-мучу, хариуса нету. Вон они линки подошли. Да, наверное. И все. Что можешь прокомментировать? Все пропало, шеф. Все пропало? Пойдем займемся беспонтовым харюзятным делом. Далеко придется идти. Далеко? Да, она тут мелко. Я эту муху еще не пробовал. Ну, вы сразу же видите, мне брателло все мухи наружу, чтобы если вдруг там люди встретятся, сразу же видели, что понтовый харюзятник, да? Хотел. Ну, давай, мути сразу, вот так, иди пока и мути, да, ну-ка, брателло, покажи начинающий. Вот так, вот. Да, сразу же вот так вот идешь, вот так, и муть сразу же впереди. Вот так вот идешь, вот так. Вот так вот, да? Так. Покачивая, блядь, бедрами. Как раз самая муть идет, блядь. Сейчас вас брателло научит, как надо двигаться, мужики. Это что такое клюнуло? О, брателло тоже тащит. Вот он, красавчик, на муху убийцу долбит. Опа-да! О! Брателло там уже отводит, чтоб я не зацепился с ним. Я тебя, что ли, выгоняю? Я виноват, что он туда, видишь, он ходуном ходит. Красавчик, ради тебя приехали закрыть сезон вторично. Все, не на этом, она, видишь, уже дальше бегут на нашем месте. Мелкую муху.
как-то менять. О, это я понимаю. О, красавчик. Чё? Он, наверное, местный, светлый такой. Чё, брателло, будем переезжать на новое место? Да. Чё ты там наловил? Видишь, у меня он полная поберушечка. Опачки, видал какие, с леночками, с коризочками. Что там, льду подкидываешь, да? Чуть-чуть. Ну, еще живые. Так, уважаемые зрители, произошла одна из поклевок мечты. Не знаю, сядет, не сядет сейчас аккумулятор в этот раз. Ну, брателло мне уже пожелал удачи от чистого сердца. А, Андрюха? Пендаля, да? Конкурент. Я, конечно, мог бы воспользоваться помощью брателлы, но... Помощь друга, да? Да, помощь друга. Эта битва должна быть честная, да? Как это? Залезку нельзя же брать. Конечно, он такой оборвет тебе леску. Смотри, он какой. Телефон. Чуть-чуть его с основной струи уберу. Да, да, да. Это прям наш клиент. Вот такие вот линки. И только ты, рыба моей мечты. Ну что, его уже тут по берушку такого не положишь. Молодец. Спасибо, брателло. Ну, я рад. За сочувствие. О, у брателлы клюнул крупный линок. Вот он с ним борется. О, вот он пошел, сход. Муха мелкая была, блядь. Я хотел это, стащить под тебя, блядь. Чтоб я забрал его? Ну, как-то легче бы, я бы так бы под меня, бы под ноги. Мне кажется, ты переусердствовал, знаешь почему? Ты сильно натянул, ты начал мало того тянуть, еще задом сдавать. То есть, ну, усилие двойное произошло. Когда задний ход даешь, это же тоже усилие на леску, на муху, на губу. И порвал ему губу, вырвал. Ну, он зацепился, видать, это.
я не ожидал при привык, это полезла, блядь. Понимаешь? Вот поэтому он ну, еще хоть порадовал, блядь. Харизочек. Харизочек. Иди ко мне, дружочек. Вижу, вижу, вижу. Ну вот это сейчас на сиреньку. Да. Это сейчас у тебя должен быть фрикцион, у тебя не работает. У тебя перетянут фрикцион. О, чуть-чуть, ага, чуть-чуть затяни на пару щелчков. Отлично, все. Работай, только задом не иди. Ты ему сейчас дашь упор. Чуть-чуть подзатяни, еще фрикцион буксует, слышишь? Вообще нормально, нормально. Не, нормально. Ну вот у брателлы клюнул крупный линок на муху-убийцу. И брателла с ним борется. Ну помелче. Ну помелче, да. Ну все равно приятный линь. Помелче, приятно. Все, подожди, чуть-чуть. Ага, все, хватит. Что ты делаешь? Тебе помочь забрать или что? Помоги забрать. Ну тогда чуть-чуть взад сдай. Заводи вот сюда, сюда заводи. Вот протягивай на себя сюда. Все, держи, не дергайся. Не дергайся, ничего. Во. Видишь? Подожди. В пасти муха-убийца. Лучше это. Ну, давай, ложи его в это. Снимай муку. Я держу. Все. Я тебя, брателло, поздравляю. Не, я бы, ну тут я просто, ну как бы тяжеловато вытащил. Ну вот видишь, только в сиреньку поставил, все гарантированно сразу. Нифига. У меня тут хариус-убийца клюнул. Хороший? Да, такой, нет. Ну, такой, специальный. Это тот карась, которого ты проебал. Кстати, заметь, а ты, между прочим, хотел с этого места уезжать. Мне кричал. А я тебя здесь держу не просто так. Линок, да? Да-да-да, линок, Андрюх. Это тот линок, которого ты проебал. Жалко про это. Я так сейчас жалею, что я телефон не взял. Сейчас подумаю на замену. Ну вот это сейчас допускаю ошибку. Даю ему слабину. Ну, носатый. Я сказал, опа, какой он скользкий носатый-то. Прямо из-под жабры вырывается. Уже на тебя побежал, смотри. Спортсмен, смотри. Давайте я закинем, у тебя поберушка больше. Чё какой? Это даже я уже пророс, Андрюха. Это все. Нет, надо идти за меня выйти. Сейчас, как всегда, аккумулятор на самом
видишь, под кусты тянет. А я его тут чуть-чуть корректирую оттуда, чтобы он под кусты не ушел. Фига он против течки лупит. Смотри, смотри. И только ты, рыба моей мечты. Вот это кайфовая рыбалка. Ловить толстых жирных линков, которые медленно плавают между поплавками. Да, брателло? Это наивысший... Ой, у него загривок толстый. Давай, я пойду. Давай, иди. Смотри, смотри, попер. Оба, оба. Смотри, смотри, Андрюха. Да ну нафиг. Подожди, я сейчас его засниму. Вообще. Классно упирается. Вообще здорово. Вон попер уже впереди нас. Слышь, уже к лодке, сам уже в короб, слышь там. Ага. Стартануть, запрыгнуть хочет. И лин ты такой небольшой так. Ну все равно. Попер там, ты знаешь, как. Как ну, последний. Так, уже это. Парковаться не хочет. Сейчас я его паркану. Ну что, нормально. Четкий, да? Да. Видишь, муха-убийца флуоресцентного зеленого цвета. Андрюха ловит на сиреневую, а я рыбачу на зеленую. Андрей Николаевич, можно вашу большую коробушку? Нет, а? Сейчас отфотографирую. Это линяра. Ну, так у меня сейчас он только что клевал. Я говорю, тут сейчас линки подойдут. Это линяра. Смотри, какой кабанчик, да? Да. Удочка бедная. Удочка в дугу. О. А ты тут она спокойно выходит, выводит. Она там спокойно. Я фрикциончик регулирую. Сейчас подизмотается. В принципе, можно уже начинать работать. Давай. Сейчас еще щелкну. Для истории, Саш. Но. Не часто мы с брателлой собираемся на рыбалку, да, брателла? Да не говори. Во, поклевка линка у Андрюхи, у брателлы. Я отхожу, отхожу, отхожу. О-о-о! Кариус хороший. Ну, я тяну уже, потом понял, что это. Да. Все равно ты снял, да? Да, да, я снимаю, покажи. Нифига, вообще четкий кариус. На сиреньку, ну, ужалил. Вообще поднять не могу. Я вижу. Давай. Это все.
А у меня так, ну, такой же ушел, наверное. Слышь, вообще не поднимается. Вот это... Вот это да. Я даже не представляю, что тут исполнять. Я даже вон, я убираю удочку. Давай главное это. Ну, на спокойно выводи. Да, я его держу на спокойную. Надо, помимо того, что выводить, еще внимательно слушать рекомендации брателлы. Да, потом... Нет, потому что со стороны ему виднее, какие я ошибки могу допустить. Я в этом, в пылу азарта могу что-то и не увидеть. Я вон видел, даже с места не смог это. Он от массы... Да, это просто вообще. Сейчас, ой, скорее всего, сядет аккумулятор. У меня, Саш, дублирует. Дублируешь, да? Ну, поганая рыба такая. Фух на нее, фух. Но он вообще не поднимается, он как танк прет. А он уводил туда. Да, он самое главное, сейчас бы вокруг нас бы не дернул. Смотри, он проходит, видишь? Да. Я его отвожу от нас, чтобы он в круг не дал между нами. Ну, я понял. Куда его? Тащи на этот, на лед, наверное. Ну что, это монстр. И в этого его. Ну ничего, борьба должна, я считаю, быть честной. Однозначно. Борьба должна быть честной. Вот за этим я ехал на завершение сезона второй раз, чтобы половить вот хороших, здоровых, как он трясет мордой. Вот его наоборот, вот он. Я специально его отодвигаю, чтобы он... не заскочил между нами. Да. Хватило бы аккумулятора этой борьбы. Ты можешь, ну да, снимай, если что. Все, отрегулировал фрикцион на прием. Сейчас будем принимать. Фу. Да это что, блядь, немножко? Не должен меня крутить. Детская. Это, это, наверное... Это, наверное... Троебан, да? Рекордсмен. Подожди, сейчас я это, его еще щелкну. Да? Ни хера себе. Нифига, линки прут. Линки прут. У Андрюхи просто очень много схода. У Андрюхи прям очень много сходов. Крупных линков и хариусов. Вон брателла нахватил линка большого тоже. Тоже происходит борьба Андрюхи с крупным линком. Во! Нифига себе, линяра! Сейчас я приду на помощь! Я там пока оттаял леску ртом. Иду к Андрюхе. На помощь. Помочь брателле вытащить крупного линка. О, нифига себе, кабан. Я захожу, захожу. Не натягивай сильно. Не натягивай. Подожди, держи, держи, держи. Еще раз заход. Еще раз выровняй мне его. Не тяни. Широкая спина большая. Нифига! Вообще лень. Пошли, было, пошли на берег. А еще один ушел. Нифига, пока линки. Ты ходил. Вот это да. Да, брателла, что вы можете сказать?
по поводу. Ты без повода. Ну, у тебя серенька, муха-убийца. Да. А что на эту не ловишь? На свою там розовую, на крутую, китайскую. Да там слишком крупная будет, блядь, не вытащишь. Не вытащишь, да? Будут это и удочки ломать, и рвать их, блядь, ну и нафиг. Я попробую поставил бы, что помельче. Я понял. Вот, блядь, чуть-чуть поменьше, чем у меня. Такая ушел какой. Ну, так вот, на, блядь, вынимай муху. У меня удочка в руке. Так как приехали с брателлой, за харюзами. Не говори мне. Ну, такое, не очень большое, но и хорошее такое. Харюс. Вот такой вот харюзок. Блин, большой, смотри. Да. Снимаешь? Да. На этом не ругаемся. Да нет, нормально. Ну, все равно, нет. Правильно. Ага. Андрюха пошел туда пробовать. Я пробую. Здесь я рыбку поймать. Вот, зацепился такой харюзок. Видим, что погода у нас начала портиться совсем. Клевать стало похуже. Иди сюда, красавчик. Вот такой вот резок. Видно, у него такие шрамы. Вот. Видно, что его пытался есть таймень. Вот. Муха зеленая. Муха-убийца в исполнении в флюоресцентном цвете. Вот в таком. На нее сегодня рыбачу целый день. И линков это. А Андрюха ловит на сиреньку. Она тоже ловится. Вот, а еще один хороший хариус. Опачки принял. Опачки. Хороший харюзочек. Ну какой петух. О, какой красавчик. О, какие у него плавники здоровские. О, хороший петушок. О,
Резок. Да, клюют. Харюза хорошие такие есть. А вот его величество, ленок большой клюнул, Андрюх. Я его даже сдвинуть не могу. Вот то, что я проговорю, хорюза крупная и активность их уменьшается, что говорит о присутствии крупного ленка или тайменя. Вот только я это проговорил. Смотри какой. Поможешь? Помогу. Помощь у зала. Припарковал линка. Снимай. Только сразу на Верочку бери. Он сейчас рванет. О, Бартелли, спасибо за помощь. Ну, куда же денешься? Я вот так не заснял немного, как ты его. Там места тоже вроде перспективные. Но... Меня, блядь, подъебала катушка. Вот этот винт, я его даже на разбивой фиксатор перед рыбалкой посадил. Вот эта ручка. Она один хер. Падла выкручиваться. От этого я кручу катушку вот таким интересным. Ну, данные вот эти катушки я вообще не понимаю. Затянула погода. Блин. Да, вижу. Опа! Это что-то с чем-то, Андрюха. Смотри какой. Отойди, пожалуйста, сейчас буду. Надо взять разгон. И вот он, опасный момент. Его величество ленок на льду. Держи 5, брателла. Хороший леночек такой тоже. Мужики, вот это прям очень большой ленок. Хороший очень, клюнул. Наверное, его будет. Не знаю, вытащит, не дай бог. Да, это прям. Я сам пока еще не вижу. Эх, катушка. Катушка. Помощь брателлы. Требуется помощь брателлы. Помощь друга.
помощь друга. Подсказка друга. Да, я тут. Это сломанная ручка на катушке нахер. Портит весь мазафака, блин. Ого. Да. Вот это таких половить линков не впадло на муху, да? Да таких даже на спиннинг, я не помню. Да. Да. Да, мужики, да. Мы хотели этой рыбалки. Да, что-то у меня было такое предчувствие, что будет, ну, будет все четко. Такая наша суровая доля, да, брателла? Да. Лодку тут уже подзасыпало. На речке шугу несет. Как всегда, минус. И сейчас мы будем с брателлой стойко преодолевать все трудности и лишения дальневосточной рыбалки. Схватывать. Отходить начал. Вот это, уважаемые зрители, мотор Сузука. В минус только щелк с первого раза, да? Да. И безо всяких проблем. Чё, брателла, когда все рыбаки завершили сезон жидкой воды, суровые дальневосточные рыболовы выходят на рыбалку. Да, суровый дальневосточный клёв только подошел, сразу клюет, да? Опачки! Видишь, я как сразу же ловлю путник. Да, у тебя без путник. А у меня-то вообще нормальный харизма. У меня-то такой ужалил хозяйский хариус. Там такие стандартные для этих мест. Можно поговорить. Ну да. Нормально хариус. Я вообще эти, Лена тоже вот таких вот любит. Обана. Да, нормальная. Не, нормально. Нормальная, да. Что интересно, блин. Ну так неплохо, да, поклевывают. Конечно. Да, брателла? Да. Я их, кстати, в поляниках вижу, как они снуют. Вон они. Видно, да? Ну да, видно.
Вы, кстати, заметь, стали на солнечную сторону. Они тут же одни, да, на солнце хватает. Они тут везде, по всей акватории. Я вот сейчас даже кинул вот туда, даже не мутя на струю, он прямо оттуда схватил. Видел? Ну и тут они по всей этой, ну, носятся, он, видишь. Ну этого мы отпустим, этого корюшку малородку. Бедный, на зиму кушать хочешь? Что заглотил так, как будто никогда не ел в этой жизни. О. Ой, брателла. Малородка, бля. Малородка, да? Ну факт то, что клюют, да? Ну. О, ты чё? У меня вообще рекорд. Смотри, брателла, что я поймал. Это вообще пипец. Ты, наверное, этого года только весной, наверное. Слышь, сикринки, да, вылупился. О, что-то, слышь, мелочь, да, поперла. Сейчас все постою немного. Может, так выше поднять стало. Че, неужели он? Да нет. Ушел, линок похуй, да. Да не, палец просто. Не-не-не. Линок, блядь, я бы как бы делишку уже вырвал бы сразу, вырывал бы. Не, ну такой. Клинок маленький. Да. Такого я еще в эту рыбалку не ловил, линяру. У меня и то был вчера больше, блядь. Конечно, больше. Я такого вообще, блядь, не думал, что могут. Не, бывало такие, попадали. Я помню. Беги. Во, я вступил в неравный бой с хариусом, малородком. Нормально он так влупляет, да, для хариуса? Угу, хороший. Хороший такой хариус, да? Угу. Потом сиреньку буду ставить, сейчас пока еще. Да, надо сиреньку ставить. А тебя что, это зеленая, да? Да, флуоресцентная, вчерашняя. Уже льдины с залива выносит сейчас.
Вот такой вот красавец клюнул. Тоже неплохой хорюзок клюнул. Тоже нормальненький. Блин. Вот сейчас не знаю, что. То ли хариус большой, то ли ленок. Ну, не очень большой, но чего-то тянет. А вот линь, Андрюха. Сейчас я его увидел. Линяра, линяра. Ну, сейчас сначала хорюза были крупные. А вот тут... Да, а потом линки. У меня вчера тоже сначала... Вот линок. Чё? На ту же зеленую, да? Да, на ту же зеленую. Вот такой леночек небольшой. Вот с Андрюхой наш уловчик. Хорошо мы порыбалили. Первый, блять, линь что ли, где хариус большой. Смотри, какие хариузы Андрюх клюют. Да. Ну, такие вот красавцы, но это не один из самых больших, но и не из мелких. Я говорю, хариус, говорю, не из мелких, я говорю, не крупный, но и не из мелких. Опять хороший хариус какой, Андрюха. Я уже делать нечего, чтобы Андрюхе там не мешаться. Отвожу уже так. В бок. Ну, да, нормальная хорюза, да? Да. Хорошая. Хорошие такие хорюзючки. Да, здесь все крупные с этой ямы. Ну, потому что тут линки крутятся большие. Не закрывай, я сейчас тоже высыплю. Четкие, да? Угу. Хариуски. Ну что, уважаемые зрители, на этом наша рыбалка с брателлой подходит к концу. Ну скажи, Андрюх, как провели мы время? Бомба. Бомба, да? Ну здесь всегда так вот. В это время года. Бомба. Бомба. Это лучшее, по-моему, место, да, где мы это? Да, это лучшее место, где мы были. Ну, а так душу отвел. Сейчас это, считай, до весны.
До весны будем, да? В руки, если только на бирака не ехать, а та рыбалка. Ну да. Это да. Издевательство. Ну все, уважаемые зрители, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.